К другим происшествиям полиция Мурманской области ищет подозреваемую в краже 20 тысяч рублей из банкомата. Денежные средства оставил предыдущий клиент отделения. По подозрению в совершении преступления разыскивается женщина 50-60 лет, худощавого телосложения. Была одета в черное полупальто, белую шапку, черные брюки. Если вам известно ее местонахождение, просьба сообщить об этом в полицию по телефону 02.